Так, вышли мы первый раз на шашлык в заросли, да, еле нашли. Везде травы полно. Это парк, ну парк там дальше, а это мы подальше, чтоб нас подальше от милиции. Только начинается жарко. Еле нашли место. Что вы там одуванчики ищете? Настюша, привет. Ходить. Снежана, привет. Игорек, привет. Со всеми поздоровалась. А то два мужчины заняты там что-то они. Так, Сережа и Настюша одуванчики собирают. Сережа хочет подуть, а они, наверное, только цветут, да? Нету их еще, да, Снежина? Таких, чтоб подуть. Одуванчиков. Сережа, приветик. Я снял показать на работе. Я не разбираюсь ничего в птицах, но я точно знаю, где жена, где муж. Ой, это прям. А что там такое? А вот. Подожди, да я поснимаю всех вас. Приветик, Сережа. Пришел. Нашел привет. Одуванчики? Приветик. Привет. Одуванчики. Нашел? Привет, друзья. Привет, друг. Мы собрались на поход, взяли хлеб, компот, воду, колбасу. И еще что? И мясо. И мясо. И будем жарить. И грибы. И грибы, и картошечка, и огурчики. И редиска. И редиска, и шашлычок, и Джесси даже взяли. И пивко. Да, и главное пивко. Где-то там наш шашлык далеко. Та-а. Я вас очень люблю. Угу, мы тебя тоже любим, Сережа. Я ребятам вообще-то говорю. Хватит. Хорошо, дай, пойду. Что-то мы так разложили. Давайте разлаживать это. Стол свой. А то пришли, далеко шли, устали, сумки побросали. Да. И все. Сережа, ты куда побежал? Я побежал в лес за Настей. За Настей. Ну ты нашел одуванчики там хоть? Иди сюда. Что ты там, на шашлык? Палочки? Да. А, просто убрать. Так, где-то там Джесси наш, он возле велосипеда. Джесси, да? Да, Джессика. Чи Джесси, чи Джессика. Так, разводим огонь. Зятек разводит огонь на солнышке. Сам жарится. Будет майский загар, июньский уже, правда. Ну, первый. Так, где вы тут, товарищи? Так, а где там Джесси наша? Муравьи вот это. Сейчас мы сделаем уже это, и все сядем. Хорошо, потерпеть чуть-чуть. Настя, потерпеть надо чуть-чуть. Шашлык папа жарит, и грибы, и все он. Или картошку. Или картошка. И картошка, и все. Она тоже ее жарит, да? Начинается подготовка стола. Режется огурчик, редисочка. Колбасы уже нету, пока шашлык жарится. И сейчас пойдем смотреть. Где тут наш шашлык? Ой. Так, вот наш тут
И шашлык, и грибочки, и картошка, да? На целый город хватит. Она не горит там, Игорюк? И что он там мне сделал? Шляпу сделал. Помашите тете ручкой. Джесси. То, что квартиры все, а тут со мной. Бросил ее на произвол судьбы. Да. Жизнь у нее такая. Собачья жизнь. Так, нема в нас стола ще. Ждем. Колбаси вже нема, грибів. На пробу дали нам. А шашлик ще жариться. А де дітвора, в якому районі? Серйоза, у нас там. Привіт. Та посмотри ж сюди. Приветик. Занятий, Сережа. А что ты там делаешь, Сережа? Что там? Переехали. Все, все можно. Джесси. Привет, Джесси. Привязали тебя, да? Привязали. Конечно. Не пускают никуда. Водичку дали ей. Хлебушка, колбаски. Огурца взяли. Редиски взяли. Такое можно взять с собой. Детки наши начали уже шашлычок, грибочки и картошечку с огурчиками. Да нет, 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 мама. Кушать. Нет. А потом мы их все, не надо. Выгоним, не выгоним, они пойдут. Там все, все, все хорошее. Цветочки там рвать, может, какие-то найдут. А то нам места мало. Воды хочешь? Давай. Держи ровно. Настюша, вкусный шашлык? Очень. Вода еще вкуснее. А вода? Воды нам хватит. Воду что-то все пьют. Жарко. Почти 30 градусов жары у нас сегодня. Если точно, то 28. Ну, я же говорю почти. Так, вытри, вытерлись. Я вытерла. Сережа, салфеткой, Сережа. Сережа. Не руками, а салфеткой. Я б штаны, Сережа. Я вытерлась, а что? Штаны. Я видела. Не русский. Не включила. Я намазала. Настя, где ты тут есть? Так неудобно. Игорюк, привет. Здрасте. Тебе нигде бедному сесть. Чтобы разглядеть в тебе хоть что-то, мне походу нужен окулист. Ой, как же ему сказать, чтобы он устал? Ну, чтобы песню взяли в ротацию. Слышь, Настюша, где ты есть там? Привет. Уставшие уже все. Последняя порция шашлыка уже не лезет. Уже стол такой никакой, и мы никакие. Жарко сильно. Первый выход на природу. Ну, на море, да. А это мы в бурьянах, можно сказать.
Уже слаживают мангал, там все, что мы жарили. Все собираются, мы сидим с дочкой, с внучком. Сережа, положи, не балуйся. Доча, привет. Настюня, привет. Сережа, приветик, мой светик. Жарко у нас сегодня. Но мы подальше ушли, потому что шашлыки нельзя жарить. Мы где-то в бурьяны залезли, нас завели сюда. Всем всего хорошего. Всем пока.